снимали. Куда направили? Погашение ипотек. Хорошая программа. Еще бы продлили бы еще на машину, другие. Вообще четко, классно. Нет еще. И совсем мало там? 3 миллиона нету еще. Не снимал, потому что еще недостаточно накопил денег. Нет, потому что у меня, ну, не хватает порога достаточности для снятия средств. А так, по вашему мнению, программа хорошая? Ну, программа хорошая, но, на мой взгляд, в принципе, можно было бы изначально предоставить гражданам полноценную возможность снимать деньги. Да, на покупку жилья. На ремонт хотелось бы потратить еще деньги, но нет возможности этого делать. Нет, потому что у меня получается там недостаточная сумма, чтобы снимать.